Я не понял. Что он вообще сделал, блядь? Как он пользовался? Всем больно. Я, короче, теперь не умру. Всем пользуйся. Он сделал что-то с рунами. Нормально с рунами. Что со мной? Кого-то шрут. Там главное, что он не врубает, это работает. Сука! Я не понял, мы что, все что ли сокерами пошли? Дебилы что ли, прошу прощения. Тут было бы что-то нормальное сделать. Ой, как классный вид. Можно вылететь в спектакль перед... Так вот именно, что я прям не могу найти контроль. Кто там говорил, что у меня баланс проще? Молния лучше. Теперь молния. Ранку ей хуярь. Чё за... Молния ей хуярь. Говорю же, хуярь. Маны нифига нет, чтобы молнию бить. Есть мана. Не пизди. Ей есть. О, блядь! Что у тебя такое? Что происходит? Да, умер. У тебя почему-то нет спрайты молнии, показывают, кстати, у тебя вроде. Чё? Да. Что? Короче, замахнулся бензопилой, но ты летаешь молнией ей. Нихуя себе бензопила. Слушай, мы точно не думали о игре. Мы профессиональные ломатели. Бензопила судьбы. Блин, просто Лотер об этом узнает, он нас убьет. О чем? О чем узнает? Откуда он узнает? Нам что, не имеет привычки смотреть эти? Нет. Только вот не знаю. Он вообще ничего не смотрит. Он вообще ничего не смотрит. Судьбы. Fast death. Это понятно. Твоей судьбы. У тебя нет судьбы, ты умер. Блять. Не получи сорсера. Тут реально нужно пережить начало, дальше путь. Я короче, берете Stormcast сразу же сходу и наверх переходите. Я сейчас лол один. Ну или как. А, наверх идти, да? Да, потому что можно запросто с помощью левитации значит наверх. Я мутирую. А если у меня нет левитации? А, тьфу, снайпер. Какая левитация, черт, у тебя же этот лифт должен быть. А если телепорт? Ты можешь щит поставить, если хочешь.
и мина. Я в курсе, что я могу щит поставить, но я не умею его ставить. Правильно. Я вообще не понимаю, нет, как... R, нажимай R. Ааа. Ты не тот, ты не ту голову считаешь. Молодец. Молодец, ты постарался. Я чуть не понял, а как это устанавливается? Левая, правая. Сначала левую, потом правую? Я не знаю, какая-то из них. Тихо, ты на себе! Ты еще? Чем его полировал? На секунду, знаешь, есть специальные смазки. Как классовые. Нифига себе, я поставил щит. Ау, зачем я это сделал? Зачем я это сделал? Не знаю, ты любишь это делать? А что ты делаешь? Совершенно. Я себя забаррикадировал щитами. Отца, ты где? Ай. В самом начале. Что? Ну это я тебя забаррикадировал щитами, а не ты тебя. Я закончил. Если продолжу. Ща. Так, еще раз. А блин, выпустил его отсюда. Ты застрял? Нет, это я застрял. Ты что тут делаешь? Я нас защищаю. Ты себя защищаешь, меня, твою мать. Да ну все, мне... Он работает, что ли? Бег. Ты боишься импульс сверху? Нет. Фига не зеркал. Что делать? Играй. Нет, нет, нет! Ну ты мог выжить! Пройти так всю карту. Что за МХП? Я себе. Я проверил себя ниже. Умер. Рот баррикады ставил. И чё? Да, и чё? И чё? И чё? И кому? И чё? Да ё-моё, гребаный кокодеман. Пока маны не было, было все хорошо. Имран снайпер. Он не может. А вот скажи, что вы не хотели до тех пор проходить запас маны. Тут время нереально. Он скажет, либо нет. Пусть он в таком случае идет нахуй.
ё-моё. Сложно было. Ты что сделал? Слишком много защитных полей поставил. Прям смотри, я хочу сыпаться. Бегу за Кимром, но прям перед моим лицом ставит щит, меня убили. Ну и жизнь больше. Хочу ускорить. Настолько много. Даже хуже. А ты не будешь. И что я говорю? Им этого не ожидал. Молния как-то немного странная. Если немного странные. Стреляешь вплотную, на полную мощность, рыцарь похуя. Рыцарь передёрнул, он отдохнулся и пошел дальше. Это было больно, может быть. 17 там. Ну, сколько? Мы нашли вариант, как можно сделать эту точку безопасной. Чуть не убить кран. Я тебе больше скажу, мы нашли вариант, как можно избавиться от пробела. И сразу же взять желтый ключ. Ну да. Нет! Не, Валтер бы... Не, Дубан бы кричал, так как так, вы ломаете игру. Ну, черт, я веселился. Повеселился, да? Да, я ничего не увидел. Огнемет реально иногда нужен, когда необходимо заградить на одну. Молния на больших дистанциях вообще нифига не работает. Угу, только шаровая. Толку от шаровой, она массово должна действовать, а не так, как задумал Лота. А вообще-то изначально она ебала всё. Причём ебала... Так? Чё? ДФГ, как? Стреляешь все, что прибито, не пьется. БФГ вообще работает немного не так. Только этот баг так никто и не починил. Ну ты... Это фича, не важно. Ну ты понял. А шаровое молния идет то, что впереди, справа, слева, еще и сзади. Столько мы пиздела. Там ты захуярил в комнату и все сдохло, потому что кибертема. Может не кибертема, но... Все сдохло, это точно. Просто видишь эти хуйни мелкие, которые разлетаются? Они... Я понял, что это сдохло. Они 4 раза отбивались и жили... Иди, не бойся. Я уже аптечку гребаную. Че ты, Славик, сыкуешь-то? Успокойся! Да, старые мемчики. И чё? И? Ну? И что это было? Знал, что делать. Ниже, бери ниже, ниже. Ниже, бери. Бери по пятке.
он же мертв. А, нет, этот еще жив. И этот. Ага. Закончился заряд? Она. Какого босса? Я думал, вы их сейчас убьете. Магазин взял. Резин! Мана! Манкубус! Магазин! Пила! Убери! Волшебная пила! Продуктовый магазин. Хоть не перекладина. Штанга. Да твою мать! Протер. Ты на месте тебя сожжет. Это его точно не сожжет. Лезь в огонь, блин. Ищи людей, жизни ничему не учат. Горит, значит бежать надо. Засунут два шурупа в розетку. И все. Берешь два гвоздя и срёшь в розетку. Ну, гвоздей тоже. Что ты очень хочешь накормить гномика гвоздями. Гномика? Горели на работе. Знаешь, по-моему, ты хреновый шеф-повар. Ты же жаль. Ты скажи Манкубусу, что он хреновый. Манкубусе слишком много сала, он украинец. А, вот чёрт. Слишком сальный. Его выращивает для сала, да? Знаешь, ему постоянно скармливают то, что кто не скачет, тот москаль. Но он уже в детстве был настолько жирным, что ему пришлось это принять. Молодец. Ты помнишь, что у тебя не из центра вылетает, а из правой руки? Не с центра вылетает. Не с нижнего. Да. Все. Прощай, да? Да. Ой, да. Он был близок. Знаешь, вот, что бы ты ни говорил, нам придется с ним распрощаться. Рано или поздно он закончится. Эта минута настанет. Он просто закончится. Да. У тебя есть пушки? Кейбра. У 47 гранат есть. Ну вот. А пушки? Пила. Тоже вообще. Ну ты видишь, да? Чем от персеркера. И чё? Да, 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 вот они нам об этом и говорили. Чихуя себе. Надо сказать. Опять 13 хп. Тогда было 18. Угу, 18. Значит, ситуация ухудшилась со временем. Значит, пока не вариант. Был. Блин, сдохни уже!
Вот, молодец. Да я долго жил. Знаешь, ты иногда слишком долго живешь. Зачем? Зачем ты жил? В этом не было никакого смысла. А, вот, блядь. Я на прорыв шел. А ты как думаешь? Да? Можно жить. Блин, тут сколько магом можно быть? Аллах Акбар. Аллах Акбар. Аллах Акбар. Аллах Акбар. Это самое. Я так и не понял, а в чем прикол это? Как self-destruct, но над перегрев. Да? Я случайно запустил это. Self-destruct, но умер в перегрев. Эй, Тёма, я... Временно умер. Я изнесу его. О, точно, у него же есть саппорт. У кого у него? У мага есть саппорт. Это эффективный сапоги. Саппорт, блин. Нет. Иди в пизду! Нахуй! Давай, ломай уже его! Ломай тебя полный! Почему им из 70 хп не опустил до 19? Сзади? Кто-то меня сзади хотел уже убить зеленым зимом. Кого? А, рыцарь, рыцарь! Ну чё ты, блядь, разве? Ну, это было обидно. Ну, откуда я же знал, что... Да я мог знать. Нет, где та кнопка? Я застрял! Я застрял! Порядки. Я поставил щит. Мы будем жить. Ладно, мы не будем Пишите на команды. Что это было? Молнии очень хреново работают. Самый начальный уровень. И, в общем, не работает вообще. Ну, бесполезно. Когда она просто много-много-много дергает током, она просто зарядка, бзик. Что за хрень? И чё? Мотор пиздон. Вау! Это тут у меня. Сказка? Я к тому, что просто надо на правую кнопку. Ой, ё-моё.
Твой труп куда-то вылетел. Что ты? Твой труп? Что твой труп? Куда-то вылетел. Возможно, в ад. Так мы уже не сходили. Нет, это Сатурн. А Сатурн не в аду? Хрен его знает, это вообще Евангелион. Опять это пила. Евангелион не в аду. Я думал, ты его сейчас подойдешь и запилишь его, а нет, ты не пугал мне. Пилу мне, запили. Какая-то рекурсия. Исправление многим будет, как-нибудь обозримо будет, которое непонятно. Через две недели в этой жизни. Через две недели. Две недели превращаются в полгода, год, пять лет, десять. Или такой перформанс. Лотер умирает в конце жизни, то через две недели пишет, через две недели и переправит. Чё и нас не тянул? А, тут может руками-то. Несколько забегов на газ, и я не тоже получил пройти на газ. Я всё равно. И то не правда. А ты дичон! Умирай, сука. Вот, нормально. Это уже было бензопила. Как, черт возьми, где эта гребаная кнопка? Какая кнопка? Нихуя себе. Ну, что ты? Вот он, нашел. Что нашел? Ты что там нашел? Евангелион нашел? Кто-то joined spectators. Мне нужно было классно иметь. Это было опасно. Так ты же... А, да, поможет. Забей. У тебя разве не совсем... Какое-то... Правда, вот молния, которая может полететь, это нужно. Чем нужно? Поэтому я буду быстрее. Я спер твою книгу заклинаний. Так ты только заклинания в ней кинул. Что это? Где? Вы слышите то, что Диабло носит Прадо? Кто носит? Диабло носит Прадо. Кто? Я вообще там не по умолчанию. Я полностью считаю. Кроме всего прочего, здесь адекватное начисление гребаного бонусного ХП. Может, ты барами?
И чё? И что это? Чё он не умер? Почему он не умер в фаталии? Да. Лотер опять что-то... Нет, просто его убили быстрее, чем ты приостановил. У меня игра вылетела. Вертушки. Ладно, думаю... У меня игра вылетела. Мне он что-то не хватает, так что... Потестили ему на задание. 20 минут успешной записи. Ужас. Отправить лишнюю лату. Я вам с помощью.